Подарок школьнику из Казбековского района. Теперь он может учиться в комфортных условиях. Активисты местного молодежного парламента обустроили комнату школьника из малоимущей семьи. В благотворительной акции участвовали глава района, спонсоры и неравнодушные жители. С их помощью привели в порядок комнату мальчика, подарили ему многофункциональный письменный стол, стул, шкаф, кровать с удобным матрасом. Кроме этого, он получил и школьные принадлежности. Все это в рамках проекта «Собери ребенка в школу».